ведут себя как дома. А ремонт не делают. Кто проникает в наши квартиры под видом рабочих? Как капитальный ремонт может превратиться в капитальную проблему? Штукатурка на голову сыпется, ходишь когда по дому. И почему высокая цена инструмента не является гарантией качества? Уважаемый, такой стоит 5500. Это дорогой, я хороший? Да. Ремонт по-честному в субботу в 10:40 на РЕН-ТВ.